Глава Сургута Андрей Филатов вручил награды представителям правоохранительных органов. Силовиков отметили за мужество при исполнении служебного долга, за достижения в общественной жизни и безупречную службу. Более 30 сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета получили благодарственные письма за подписью губернатора Югры и главы нашего города. Андрей Филатов отметил значительный личный вклад каждого из присутствовавших в зале, поблагодарил за преданность и готовность служить Родине. Вы знаете, никакая награда не бывает формальностью. Это прежде всего, потому что, ну, как бы за любой наградой всегда стоит труд, труд коллектива, твой труд, твои идеи, то есть твои мысли и самое главное тот коллектив, который стоит сзади меня. Потому что, то есть, как бы каждую награду я не воспринимаю как свою, как воспринимаю как награду коллектива. Сегодня Наталья Владимировна Комарова выразила благодарность за достижение общественной деятельности. Конечно, чувствую. При получении любой награды всегда чувствуется мандраж, гордость, нетерпение ее получить. Если, как бы, конечно, всегда она заслуженная, всегда большая радость.